Всем добрый день! Сегодня будем готовить бисквит с добавлением крахмала. Бисквит получается очень нежным, пористым и вкусным. Начинаем взбивать яйца и сахарный песок. Взбиваем до пышной белой массы. Взбивала я минут 10-12, но это не важно, так как зависит от мощности миксера. Здесь главное, чтобы масса была вот такая вот. Такая лента. Видите, тянется она. Добавляем муку. Уже она перемешана с крахмалом. Такими плавными движениями сверху вниз все смешиваем. Можете это делать рукой, тоже удобно. Вы прочувствуете все, что есть на дне, остатки муки. Используем кольцо 20 сантиметров, значит, пергаментная бумага и фольга. Сворачиваем вот таким образом. Тесто выливаем. Отправляем выпекаться бисквит в заранее разогретую духовку до 180 градусов на минут 25-30. Далее проверяем готовность зубочисткой или шпажкой. Если же бисквит не готов, дальше выпекаем его до готовности. Бисквит готов. Выпекала я его 45 минут. Первые 25 минут выпекала при температуре 180 градусов. Далее плавно понизила до 160 градусов и выпекала до готовности. Ориентируйтесь на свою духовку и подбирайте правильный температурный режим. Размер кольца 20 сантиметров, высота 10. Здесь примерно около 8 сантиметров получился бисквит. Если же у вас будет форма более большого размера, значит, время выпечки также будет сокращаться. Как только бисквит остынет, обворачиваем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 6-8 часов, для того, чтобы далее с ним было легко работать, будет меньше крошиться и легко можно будет разрезать его на части. Спасибо за просмотр! Обязательно попробуйте сделать бисквит по этому рецепту. Не забывайте подписываться и ставить лайки.